На дороге будем строги, детским шалостям конец. Юные инспекторы дорожного движения отлично знают правила поведения на проезжей части. Они ответственно несут миссию, которую возложили на них госавтоинспекторы. В единый день безопасности Московской области отряд юидовцев второй школы посетил мероприятие «Детям Подмосковья безопасные дороги». Его выступление смотрели более 150 ребятишек, а помогали им в этом непростом деле сотрудники полиции. Мне очень понравилось. Мне особенно понравились игры. И еще я была рада увидеть настоящего полицейского. Подобные мероприятия в этот день проходят во всех школах и детских садах области. Сентябрь – наиболее опасное время на дороге. За летние месяцы дети отвыкают от активного передвижения по городу и часто забывают о правилах поведения на проезжей части. Единый день безопасности призван обновить в памяти школьников обязанности пешеходов. Многие детишки у нас отдыхали где-то у бабушек, у дедушек, в деревнях. Отдыхали с родителями в пансионатах, а сейчас должны включиться в ритм такой агрессивный, где большое количество транспорта, где большое количество пешеходов, и опять научить наших детей правилам дорожного движения, вернее, напомнить нашим детям. Чтобы проверить, насколько хорошо ребята усвоили информацию, со школьниками провели интерактивную игру, по результатам которой все слушатели получили подарки. Памятки пешехода и фликеры с веселыми мордочками. А представители Красного Креста презентовали детям цветные карандаши, чтобы те ими нарисовали свое представление о добросовестном пешеходе. А я должна идти только на зеленый свет, не играть на дороге, выходить как бы из автобуса только из зада автобуса, так как спереди я могу выскочить, и сзади меня может сбить машина. Выходить мне можно только сзади автобуса. Ты применяешь все эти правила на деле? Да. Профилактические работы по безопасности пешеходов продолжатся на протяжении всего текущего месяца. И они будут проводиться не только в учебных заведениях, но и на улицах города. Причем со всеми участниками движения, включая водителей. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.